Ивана Слидия. Образовательное учреждение объединяет 4 учебных корпуса. Это один из них. Сегодня здесь получают знания около 1000 детей. Как проходят субботники в рамках месяца чистоты и порядка, проверил глава Химок. На входе Дмитрий Волошин обратил внимание на лестницу. А ступеньки сделаете? Да, ступеньки сделаем. А запланировано. А просто здесь большое количество детей проходит и снег. Вот я об этом и говорю. Да. Если большое количество детей, может, вы их сделаете? Это не сложно. Экологическая акция здесь, как и во всем городском округе, стартовала 1 апреля. Преображают в рамках месяца чистоты и порядка и дворовые территории. Так, работы по благоустройству вовсю кипят на улице Мичурина. Специалисты убирают мусор с газонов, подрезают кустарники, обновляют фасады домов. Дмитрий Волошин пообщался с местными жителями микрорайона Лобаново. Вместе с активной группой глава Химок определил центральную локацию масштабной уборки, которая пройдет 27 апреля. Этим местом стала территория вблизи реки Химка. Мы видим, что много мусора вокруг. Берег замусорен, много пластика, бумаги. Вместе с жителями ближайших домов мы поговорили и приняли решение, что важно было бы, чтобы администрация города именно здесь, а сегодня это, ну, наверное, самое грязное место в городе, провели субботник. Мы полностью поддерживаем, согласны. Да, и мы согласны. И вы согласны. Это важно, чтобы мы говорили все об одном и том же. Это набережная – любимое место отдыха среди жителей микрорайона уже на протяжении долгих лет. Но последнее время территория сильно изменилась не в лучшую сторону. Жители неоднократно обращались по поводу этого места, и это место пользуется популярностью. Сюда местные жители приходят прогуляться с детьми, поэтому, конечно, им хочется, чтобы это место было, ну, радовало глаз. На массовый субботник выйдут все жители близлежащих многоэтажек этого микрорайона. Мы должны показать пример и себе, и соседям, и нашим детям, и внукам в том числе. Важный. Потому что и с собаками, и с детьми гуляют, и сами жители просто вечером ходят гуляют. Но вот по этой помойке, конечно, ходить никому не интересно. Всероссийская экологическая акция в Химках пройдет более чем на 50 локациях. Присоединиться к масштабной генеральной уборке могут все желающие. Чистый город начинается с нас самих, это действительно так. И очень важно к этой фразе относиться с полным пониманием. Дмитрий Волошин также пообщался с местными жителями этого микрорайона, узнал, что беспокоит их больше всего в плане благоустройства. Во дворе глава Химок акцентировал внимание на шинах. По его словам, вместо старых покрышек необходимо высадить клумбы. Это все вычистили сейчас во время субботника и здесь сделали клумбу. А здесь недавно благоустроили детскую площадку. Вместо старой обветшалой лестницы сделали новую. Жители многоэтажек обратились к Дмитрию Волошину с просьбой благоустроить этот спуск. Глава Химок предложение поддержал. Нужно благоустроить вот этот территорий. Да, берите в работу. В этом году сделаете? В ближайшее время. Ну, просто бордюр и просто траву посадить. На каждый волнующий вопрос жителей, который прозвучал в рамках встречи, Дмитрий Волошин дал ответ. Такой живой формат общения населения и власти дает положительные плоды, рассказывают жители. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.